Anussi Fonte Turbo GW-H10. Эффективная газовая колонка с электронным розжигом. Устройство поставляется в фирменной картонной коробке и комплектуется аксессуарами для подключения, документацией и гарантийным талоном. Посмотрим на нагреватель поближе. Устройство выполнено в прямоугольной форме со стильным принтом ночного города на лицевой стороне. Размеры колонки небольшие – 33 см в ширину, 55 в высоту и 19 по глубине при весе 8 кг. Теплообменник медный, а горелка выполнена из нержавеющей стали. Нагреватель монтируется на стену в вертикальном положении. Снизу вынесены разъемы для подключения воды и газа, вверху – отверстие для дымохода. Управление здесь интуитивно понятное. Снизу на колонке разместились два поворотных переключателя. Один отвечает за подачу газа, второй за температуру воды на выходе. Под ними установлен небольшой сегментный дисплей, на котором отображается заданная температура воды. Перейдем к техническим характеристикам. Мощность нагревателя 20 кВт. За минуту он нагревает до 10 литров воды и поддерживает ее постоянную температуру. Рабочее давление находится в диапазоне от 0,15 до 8 бар. Данная модель предназначена для работы на сжиженном баллонном газе. В целях безопасности здесь реализована защита от включения без воды и система газ-контроля, которая перекрывает подачу газа, если пламя случайно гаснет. Для зажигания газа используется электронный розжиг. Что в итоге? Anussi Fonte Turbo – весьма компактный обогреватель, который работает на сжиженном газе. Он прост в управлении, оснащен двухступенчатой системой защиты и оптимально подойдет для квартиры или загородного дома.